Анонс и точно до выхода 43-й серии турецкого сериала «Мир». 43-я серия сериала выйдет в эфир 12 февраля. Ранее в сериале мы увидели, как Гамзе, оказавшийся в центре большой опасности, спасается. Но Эмон получает смертельный удар ножом. Смерть Эмона, который, несмотря на все вмешательства, проигрывает борьбу за жизнь, повергает всех, особенно Зерина и Амине. Большое горе. Гамзе, который от боли бросается к врачу, узнает, что беременность представляет большой риск для ее жизни, но решает скрыть этот факт от Амира. В то время, как Эда, испытывающая огромное чувство вины, переживает тяжелые времена. Шукран, пытающийся поддержать дочь, получает от Тахира ответ, который очень сильно ее потряс. Ришат, считающий, что должен быть с матерью, решает вернуться домой, хотя и чувствует себя не очень уютно. Изет делает новый ход, чтобы заманить Гамзе в расставленную им ловушку. Эмир, который очень рад стать отцом, оказывается перед сложным решением, когда узнает, что беременность очень рискованна для жизни Гамзе. 43-я серия сериала выйдет в эфир 12 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.